Привет всем! Мы едем на получение стартового пакета и на детский зал. Два пакета стартового. Ну да, на получение стартового пакета для ребенка. Лончику. Хорошо. Все для видят вот твой телефон. Ребенка. Да, для вот этого ребенка. И на получение стартового пакета вот для этого ребенка. Да. Старший ребенок забыл медсправку, да. Поэтому мы доехали до ленты, ну это примерно 4 километра, и повернули обратно, и пошли искать. Мы опаздываем, 2 часа 3 минуты. Теперь мы опаздываем, да, потому что... Аланчик, ну не закрывай меня, пожалуйста. Поэтому мы мчимся по Московскому. Вот, возможно, мы вдвоем только пойдем получать стартовый пакет, потому что Юра пойдет парковаться. Искать парковку, да, потому что детский стартовый пакет получается до 15:30, вот. А забег уже будет в 16:20. Рассказывай, как твои ощущения? Ты порвешь всех? Да. Ты машина? Как мотоцикл. Как мотоцикл. Да. О, почему такая штука? Что происходит? Что-то напрягся, мальчик. Он светит. Аня просто села. Получили стартовый пакет. Это что? Это номер называется. Это что? Это номер. Футболку-то будешь надевать? Теперь номерок надо приделать. Мама сейчас тебе приделает, наверное, номерок. Открывай. Идем на Петровский. Петровский. Внутрь. Малыши такие вообще. Везде малыши. Скорая помощь на всякий случай. Друзья, на солнце все больше, всем огромный привет, 4 часа стартуем, а пока прогуляемся дальше к стадиону, рисуем на кладбинку, фотографируемся, занимайте места от ребенка. Это весь 400. Круг. Весь 400? Да. А, смотри, Алан, весь круг надо будет посмотреть. Подожди, 800. Ой, какие все сегодня красивые, хорошие. В общем, как и всегда, друзья, спасибо вам, что вы вместе с нами за Скопом марафон «Северная столица». Мы готовимся к детскому старту. Он будет ровно в 16:00. Да, мы детей будем запуск. Стартовый кластер, они будут вставать на линию старта. Побегут они, соответственно, получается, против часовой стрелки. Побегут, побегут, 400 метров ровно один круг и финишируют здесь. Потом на финише все получают медальки, проходят прямо. И вот здесь, вот сейчас вот у нас ребята среди Маши, вот здесь вот выход будет. То есть мы, как в детском садике, сдаем детей у входа, получаем детей у выхода. На своих, как сегодня сказал, родителей. Вот, собственно говоря, так и происходит. У нас всегда есть такое правило, это очень удобно. Это сделано для того, чтобы все спокойно получили свои медали, а дети, взрослые, точнее, не выбегали на беговой дорожке. Вот так, все просто. Одно простое правило – не бегать и не ходить по газону. У нас есть с вами две трибуны. Трибуны, привет! Вы нас слышите на трибунах? Класс!
На трибуну сейчас и не очень проходить, а отдыхать на трибуну спокойненько, легко и просто. Прямо пройдите, если направо повернете при входе, у нас там большой баннер, детский забег, там можно, можно фотографироваться на пьедестале, и там же работает аквал. Здравствуйте, остальные друзья, хочет цветочек? Смотри, у меня есть новая роза, вот такую прямо. Смотри, есть драконы. Любишь драконов? Мячик. Дракон? Ну, это такое, просто как бы как дополняется. Травушка, она просто как отличная. Это что хочешь? Можно ракушку с розой сделать. Ракушку белую, розочку черную. Ой, это не трогаем. Машинка. Хочешь машинку? А каким цветом машинка? Она будет с черной, но какая будет? Какой будет основной цвет? Ну, какой цвет? Вот здесь, вот выбери любой. Да. Очередной вираж проходит, посмотрите, как там бегут некоторые мамочки-то, ого-го! Это они специально обгоняют вперед, для чего? Чтобы успеть поснимать детей своих и не только, а потом продавать красивые. Мы все пройдем, вот так. Да. Это... Старт. Они пробежали вообще? А? Они вообще пробежали? Нет? Они уже пробежали. Чего не, а что мы нас не запускают? Чего медаль? Они там медальки получают. Пускай. Осторожно только. Снято! Снято, хорошо. Так, в этом мире появляется у нас следующая категория детей. Кто Он самый жесткий забег. Это самый жесткий забег. 6-7 лет. Все сидите просто ровно и мечем. Поэтому маленький забег. Дорогие ребята, вы меня слышите? Слышите меня? Будьте, пожалуйста, аккуратны. У нас с вами один круг, хорошо? Стартовать мы будем только, когда скажет главный судья или наш Степан. Мы сделаем обратный отчет и будет звуковой сигнал, хорошо? Будьте аккуратны. В случае, если падаем, а лучше не падать, мы аккуратненько встаем, никто друг другу не мешает, не сбивает. Поэтому будьте аккуратны, за линией и ждем обратного отчета. Один круг, Маша. Один круг. Так, ну а сейчас хочется услышать родителей, которые поддержат своих детей. Поаплодируйте своим родителям, дети! Хорошо. Ну что,
Мы готовимся вместе с вами. Давайте такую легкую развилочку. Ручки вверх поднимем, вверх вот, подтянемся, подтянемся, подтянемся. И вниз, вот так вот аккуратненько, подтянемся, подтянемся, подтянемся. А теперь немножечко в бок подтянемся. И в другой вот очень подтянемся. А теперь широко улыбнемся. Широко, широко улыбнемся. Так, ребят, снимайте катание. Широко, широко улыбаемся, улыбаемся. А теперь грустно, 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 так вот, грустно. И улыбаемся, улыбаемся, улыбаемся. Хорошо, все, размяли, все, что только можно. Все, что нужно для бега, мы размяли. Да, да, да. Мы готовы. Так, ты прячешься, потому что сейчас победут те, кто вообще просто от тебя не оставит и живого вниз. Сейчас. Подожди, сейчас, секундочку, я не сестра твоя встала. Давайте со всем стадионом обратно отчет. Пять, четыре, три, два. Осторожно, осторожно! Поднимайся, поднимайся! Беги вперед, Алань! Беги, беги, беги вперед! Обгоняй всех! Давай, 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 входи! Давай сейчас отдохни чуть-чуть, а потом дернешь в конце. Стопай, стопай, все надо ходить. Да, давай сейчас смотри, где можно гонять, давай. Беги давай, давай, беги. Сейчас обгоняет уже. Давай еще, еще, притопи чуть-чуть. Еще можешь? А? Нет. Давай, осталось чуть-чуть совсем. Давай за мной. Давай, давай, Алончик, можешь, можешь, давай. Уже скоро. Скоро финиш. Финиш, Алончик, скоро уже. Давай, 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 еще поднажми. Подожми, подожми, давай. Молодец! Давай! 10 метров, давай! Давай! Молодец! Молодец! Покажи медаль, покажи. Ну почти. А? Наверное, да. Выходить? Молодец. Че, чемпион? Чемпион. Чемпион? Ага. Хорошо бежал, я смотрел. Хотел к бабушке. Чемпион хотел к бабушке. Ты заляпал уже. Еще подальше. Да? Когда тебе 10 лет, уже девочка, мальчики отдельно. А, отдельно, да. Пошел. 3, 2. Это большой вопрос, и вот это...
Стой. А, еще один круг. А, еще сейчас все поменяется. Давай, Алань. Где она там? А, все. Все. Пятая. Вот. Вторая, третья, четвертая, пятая. Не рассчитала. Силу, силу, да. Это потом. Там. Ну что, давай, давай уже, пятая. Ну давай, давай. О, силы появились в конце, да? Мы готовы! Правительство, мы готовы! Так, здесь один свет, правда? Там не готов смотреть! 5, 4, 3, 2. Александр, замыкает на 20 раз. Мы завершаем вместе с Александром.
Кушемидев! Поехали. Итак, прямо сейчас ремонт награждения. 10-11 лет. Девчонки, встречайте! Третье место сегодня с результатом 3.29 пробежала Анна Осинская! Кубок, ребята, мне кажется, меня не слышат просто. Кубок. Посмотрите, какие у нас кубки, невероятные. Каждый раз делают специально. Для вас третье место подарок. Второе место сегодня у нас Валерия Смирнова. 3.14, Валерия, поздравляю. Обязательно показывайте свои кубки. Ну а тем временем первое место сегодня Снежана Боброва. Сегодня самое первое место. Подарки от партнеров, диплом, кубок и все это надо в руках. Ваши аплодисменты. Девчонки, а сейчас вставайте на первое место. Давайте. Пакет оставляем, занимаем первое место, давай, показываем все красивенько, смотрим в камеру, родители. Пакет. Молодцы. Спасибо, спасибо, девчоночки, спасибо. Ну что, не забывайте аплодировать. Собирайте свои подарки, хвалитесь родителям, можно даже поделиться, если идем дальше. Итак, встречайте, наши парни, 10-11 лет! И третье место сегодня с результатом 3.08 Леонид Маслов! Все фанаты Леонид! Результатом 2.41 сегодня Артём Малышев! Как Артёмский набежал на карту, он на первое старался, Артём молодец! Фанаты здесь! Первое место 2.29, и это Дмитрий Михайлёв! Приятно видеть на тебе майку, маячок, маяк, все ее знают. Поздравляем, Дима! Парни, а теперь на первое место. Давайте песню. Пакетик можно оставить. Ну, да, вот. И у кого самый большой фотоаппарат, тот фотограф. Так что смотрите на ребят. На остальных не обязательно. И темпер слегка на третье место переместился. Спасибо, парни. Спасибо. Ну что, мы продолжаем, и у нас подросли категория 12-15 лет, девушки, приглашаем. Круто! И приветствуйте сегодня Виктория Малышева! Сказал бы. Спасибо, поздравляем. За это Дуюнова первое место. Еще раз пошумите! Девчонки, ждем ваши улыбки и на первое место. Вперед, на первое место. Можно даже улыбнуться пошире, или красивые фотографии. И пенки давай пенки. И рады. Осторожно. Вот это что-то можно положить. Спасибо, девчонки. Нет, перетягивай его. Так, держи.
Ура! У-ху! Молодцы! Итак, третье место. Я говорю имя, родители кричат фамилию. Готовы? Третье место, 2.59. Максим Майоров! У-ху! Этот кубок будет твой, в нем будет хранить. Второе место сегодня 2.51. Георгий Кочкин! Правильно, Георгий Кочкин! Второе место, серебро соревнования. Поздравляем на 10 забеге. И первое место все вместе 2.45. Глеб Миронов! Миронов! Ура! Сегодня наше соревнование. Ну что, быстрые и сильные перед вами поаплодируйте еще раз. Теперь попробуй. Теперь пока только третье место. Он у нас впервые сегодня, поэтому. Это знаешь, как попало? Спасибо, парни, поздравляю, родители! Родители, спасибо вам, что были с нами. Приходите завтра на спорт в Ромон Северной столице. Пока! Спасибо! Спасибо! До свидания! Пока!